стартовали продажи билетов на матчи красно-белых в Лиге чемпионов, и сотрудники клуба признаются, что давно не видели подобного ажиотажа. В понедельник к официальному клубному магазину на Красной Пресне выстроилась небывалая очередь. Всему виной, конечно, предстоящий матч с Барселоной. Впрочем, не он один, ведь билеты продаются пакетами на все три домашних матча. За одну неделю владельцам абонементов было продано около 12 тысяч пакетов. И только за один день, в понедельник, в клубе рассчитывают продать еще около 7 тысяч. А специально для тех, кто не любит стоять в очередях, предусмотрена и система электронных билетов, в которой можно пройти регистрацию и также приобрести билеты на матчи любимой команды. В клубе болельщикам советуют торопиться, ведь если так пойдет, то не все желающие смогут посмотреть Лигу чемпионов на трибунах Лужников. В понедельник к 6 вечера пришлось даже открыть две дополнительные кассы.